Два еврея, значит, разругались. Один, значит, идет мимо его окон и смотрит. Он высунулся в окно. Тот орет. Изя, блядь, опять ты высунул свою мерзкую рожу в окно. Лучше бы жопу выставил, и то бы красивее было. А тот ему в ответ. Так я высовывал, и все спрашивают. О, блядь, а что у тебя делает Абрам? Вы же вроде поругались.